Теремок ТВ представляет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Альпинисты на небоскребе. Доброе утро, сэр Рональд, как у вас дела? Плохо, Дженкинс. Скажи, кто отвечает за уборку в моем здании? Вроде и я, сэр. Эти окна просто позор. Ты уволен. Да, сэр, спасибо, сэр. Моя обезьянка сделала бы лучше. Ага, отлично, Олли. Стэн, не хотите ли поработать на меня? Мы будем рады помочь, сэр Рональд. Надеюсь, вы не боитесь высоты. Мне нужно, чтобы вы помыли эту башню снизу доверху. Сегодня у меня будет очень-очень важный гость. Так что здание должно быть абсолютно идеально чистым. Ура! Это же здорово, Стэн! Ну, если так можно выразиться. Олли, что-то я не уверен, это ужасно высоко. Стэн, это же только первая ступенька. Мне это совсем не нравится, Олли. И я никогда не любил высоту. Не трусь, я хочу видеть свое отражение в этих окнах. Не волнуйтесь, сэр Рональд, сейчас мы их вымоем. Простите, вас срочно к телефону, сэр Рональд. Я же сказал, никаких звонков. Сегодня ко мне прибывает важный гость. Но это и есть тот важный гость. Алло? Раньше... Этим утром? Но я думал только после обеда. Да, конечно, до скорого. Мой гость прилетит на вертолете раньше, чем ожидалось. Так что вам придется забираться наверх, быстрее! Но, сэр Рональд, эта лестница недостаточно высокая, чтобы туда залезть. Там, куда вы отправитесь, лестница не нужна. Олли, я ни за что не поеду на этом. Не волнуйся, ты ведь здесь не один. Это прочная платформа, поскорей заходи. Я не уверен, Олли, но если только закрыть глаза. Окна снова засияют ясно с высоты. Забудь сомнения и страх, со мною рядом ты. Кыш-кыш! Стекла запылились, пора их протереть. Хочу, чтоб стало чисто, приятно посмотреть. Пусть будет чистота, пусть будет красота. Сейчас все будет, сэр Рональд, бип-бип, мы поднимаемся. Хочу спуститься вниз, я к такому не готов. Достаточно, спасибо, скорей скажите стоп. Как не готов, ты ведь уже наверху. Что? Наверху? Открой глаза, Стэн. Ох ты, это потрясающе, Олли. Как далеко видно, весь Бамптон. А это поле фермера Дэна, городская площадь, и смотри, ага, это же наш дом. Видишь, Стэн, здесь совсем не так плохо. Я рад, что сумел заманить тебя сюда. Эй, посмотри, это же Руби, везет важного гостя. Отличная работа, вы меня спасли. Грамп Тауэр выглядит прекрасно. Прошу всех приготовиться к встрече высокого гостя, сэра Рональда Грампа! Мама! Рональд, уйди с дороги! Ну, ты все для меня приготовил. Надеюсь, у тебя есть мои любимые печеньки? Я смотрю, кто-то другой сделал за тебя всю грязную работу. Сам-то ты всегда боялся испачкаться. Я очень важная персона. В этом я не сомневаюсь, Рональд. Надеюсь, твоя комната такая же чистая, как эти окна. Олли, здесь наверху действительно здорово. Оказывается, я напрасно боялся высоты. Теперь и я хочу еще. Есть ли что-нибудь выше, чем Грамп Тауэр? Даже не знаю. Есть простое решение, Стэн. Садись на борт! Правда? Давай, Стэн! Выше! Выше!